Сегодня готовлю полезный и вкусный салатик с кальраби. Для салата нам понадобится морковка, зеленый лук, огурец, капуста кальраби, мед, соль, растительное масло, соевый соус и перец. Овощи я хорошо вымыла, очистила. Приступаем к приготовлению салата. И натираем вдоль все наши овощи. Морковку, капусту и огурец. Лук будем нарезать наискосок, чтобы у нас немножко были такие длинные колечки. Чтобы не совсем такие маленькие были, а такие длинненькие. Хорошо в салатике смотрелись. Натертым на терке овощам добавляем наш лук нарезанный. Овощи мы подготовили, делаем заправку к нашему салату. У меня здесь чайная ложка меда. В мисочку к меду я добавила чайную ложку соевого соуса. Добавлю буквально 2 чайных ложки растительного масла. Масло по желанию, какое любите. Все перемешиваем. И добавим соли. Соль также по вкусу. Соль, перец по вкусу. И добавляю черный перец. У меня здесь смесь перцев. И все компоненты наши хорошо перемешиваем. Соль, чтобы растворилась. Все хорошо мы перемешали. Наша заправка готова. Будем заправлять салат. Прям поливаем его. И хорошо перемешиваем, чтобы у нас хорошо заправка соединилась с овощами. Я все хорошо перемешала. Салатик получился прям изумительный. Сочный, хрустящий, вкусный, полезный. Рекомендую приготовить. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. До новых встреч, до новых видео.